Добавляем еще ряд белых. У нас было 3 ряда серыми нитками. И добавим ряд белых. Чтобы немного изменить узор, добавляем его таким образом. Значит, распускаем соединительную петлю и соединим его уже новой нитью. Соединяем белой нитью. Заходим в арку. 3 петли подъема. 1 столбик с одним накидом. Одна воздушная петля. В каждую арку будем делать по 2 столбика с одним накидом. Воздушная петля. И снова 2 столбика с одним накидом. Если у вас будет стягивать, то делайте между арками, чередуя 1 воздушную петлю, 2 воздушных петли. То есть наблюдайте за своим вязанием, чтобы круг увеличивался, чтобы диаметр круга увеличивался. Воздушная петля. 2 столбика с одним накидом. Добавит разнообразие в наш узор. Вот так вот. Тут у нас он довольно-таки воздушный, а здесь снова будет плотный. Дальше следующие ряды у нас снова будут воздушными. Просто такое вот будет разделение узора.